томат де Барао, позднеспелый. Плоды округлые, слегка удлиненные. Красные, мясистые, весом 60-70 грамм. Хорошо сохраняются без изменения вкусовых качеств. Тепло-, свето- и влаголюбивое растение. Выращивают только рассадным способом. Оптимальная температура для прорастания семян 23-25 градусов. Недостаток света, особенно в период выращивания рассады, отрицательно влияет на развитие вегетативных и репродуктивных органов. Лучший возраст рассады 55-65 дней.